Я много выступаю, я часто говорю, ребята, не переоценивайте заслугу человека или лектора. Я исхожу из того, что когда ученик готов, учитель найдется. Так вот, многие, я даже как-то читал лекцию для коучей, и они говорили мне, в чем ваш секрет, почему там от вас люди получают так много инсайтов и так далее. Я говорю, хитрость всего одна. Во-первых, я подбираю аудиторию людей, которые уже готовы меняться. А во-вторых, когда такая аудитория, я могу говорить что угодно, они будут ловить инсайт. Это знаете, когда вы приходите на концерт какого-то юмориста, вы уже от его вида готовы смеяться, потому что вы готовы, вы знаете. Поэтому, когда ученик готов, учитель найдется. В моем случае одни книги, в твоем случае «Маленький принц», у Василия Васильевича это были сказки. То есть главное самим быть готовым меняться.